Как быть, если у вас за плечами уже несколько неудачных романов? Как быть, если у вас есть очень неприятный опыт начала общения с мужчинами? Если у вас почему-то не получается, но очень хочется, и вы находитесь в таком состоянии, боюсь повторить. Боюсь снова столкнуться с этим. Может быть, кто-то столкнулся с хамством, может быть, кто-то столкнулся с откровенной агрессией, с обесцениванием. К сожалению, сейчас этого предостаточно. Но счастья-то хочется. И как же быть в этой ситуации? Как же сделать так, чтобы и опыт негативный не повторить, и счастливой быть все-таки, и обойти вот эти грабли этих неприятных мужчин на пути к своему счастью? Давайте будем разбираться. Меня зовут Алла Касаткина, я практический психолог, работаю с женщинами уже больше 15 лет. Вот ссылка на мой сайт ladnaya.ru, можете переходить по ней, на сайте очень много полезной информации. В описании этого видео есть ссылка на курс «Секреты счастливых женщин», там же у меня на сайте. Переходите и получайте этот курс, применяйте секретики и улучшайте качество своей жизни. Ну и если кнопочка красная под этим видео «Подписаться на канал» красная, жмем на нее, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, и тогда уведомления обо всех новых видео будут приходить вам на почту. Ну и в качестве благодарности мне очень приятно получать от вас лайки и комментарии. YouTube это засчитывает мне в актив и говорит: Алла делает полезное дело. Поэтому покажите ему, пожалуйста, что вам действительно нравятся мои видео. А мы с вами будем разбираться. Как же быть, если уже есть негативный опыт, если уже есть неприятные такие вот предчувствия, а все равно хочется отношений, хочется общаться с мужчинами. На самом деле, смотрите, какую ошибку делают женщины чаще всего. Женщины говорят: мне уже было там плохо, я туда больше не пойду. Буду сидеть дома, страдать, ждать, а вдруг меня сам найдет, найдет сразу принц на белом коне, и все у нас будет замечательно. И вот они так сидят, ждут, и как в том мерзком анекдоте, только почтальон может прийти и принести пенсию. Давайте не будем дело доводить до почтальона с пенсией, а все-таки вспомним, что в любом возрасте мы прекрасны и мы достойны счастья. Итак, что же делать? Смотрите, ваш неудачный опыт чаще всего был в тот момент, когда вы на карту, что называется, поставили все. Все свои ожидания, все свои надежды, все свои предчувствия, чаяния, все что угодно. И думали: сейчас вот один раз схожу, мне в лотерею 100% выигрыш, и я буду счастлива и больше ничего делать не буду. Нет, мои дорогие, то, что у вас был опыт неудачных знакомств, общения, отношений с мужчинами, говорит только о том, что у вас на сегодняшний день в активе из всех навыков общения, выстраивания отношений, умение произвести впечатление, умение отстаивать свои границы, умение выстраивать долгосрочные отношения с мужчинами, есть только негативный опыт. Все. Что значит это? А это значит, что опыт надо наращивать, но не негативный, а позитивный. И начинать надо с тех моментов, где это для вас кажется безопасным, где это воспринимаете как безопасное. Не надо бежать знакомиться с мужчиной, на которого вы уже запали. Потому что если он вам откажет, у вас будет еще один здоровенный кусок негативного опыта. Вы еще снова закроетесь в ракушке и будете сидеть дома, ждать непонятно чего. Уже даже и почтальона ждать не будете. Знакомьтесь, общайтесь, просто общайтесь. Чем больше ваш круг общения с мужчинами, тем меньше становится та значимость одного неудачного знакомства, с которым вам не повезло. Учитесь завязывать приятельские отношения, учитесь нравиться, производить впечатление, обращайте внимание на то, как на вас реагируют мужчины и люди. Надо подучиться. Приходите ко мне в программу. У меня есть несколько программ, где я помогаю женщинам и знакомиться с мужчинами, и видеть мужчин, и производить на них правильное впечатление, и выстраивать отношения с ними так, чтобы они влюблялись. Я всему этому учу. Этому можно и нужно учиться. Не нравится учиться у меня, идите учитесь к другим. Но делайте что-то для того, чтобы у вас появился другой позитивный опыт. Понимаете? И тогда вот та одна маленькая неудачка, она потеряется в куче примеров, где у вас опыт есть уже положительный. И вы себе скажете: боже, да,
Я уже и забыла об этом. У меня вот есть это, вот это, вот это есть. Когда у вас появляется много мужчин, которые по-доброму относятся к вам, пусть у вас с ними сейчас нет близких отношений, но у вас есть с ними знакомство, вы себя уже чувствуете увереннее. Вы себя уже по-другому ведете, когда вы видите, что есть мужчина, который учитывает ваши интересы, есть мужчина, которому плевать на них. Ну, коню ясно, вы будете общаться с тем, кто их учитывает. Зачем же бежать за тем, кому вы нафиг не нужны? И вот так постепенно вы будете расширять свой кругозор, навыки общения, навыки выстраивания, завязывания знакомства, выстраивания долгосрочных отношений. Но если хотите быстрее этому научиться и точно без косяков и ошибок, приходите учиться ко мне. Эти программы я веду уже больше 15 лет. Мои хорошие, напишите в комментариях, держит ли вас вот это вот воспоминание о негативном опыте, где хочется и колется, и боюсь, но хочется. Напишите о нем. Давайте, может быть, я вам дам подсказки в комментариях, когда вы опишете, зададите свои вопросы, чтобы вы могли уже сойти с этой точки, выйти из этой ракушки ожидания, наконец-то, для того, чтобы ваше собственное счастье стало ближе. Я от всей души желаю вам как можно скорее начать наращивать позитивный опыт, мои хорошие. И я готова вам в этом помочь. Лайки, комментарии жду под этим видео. С вами была Алла Касаткина. И пока-пока. До встречи в следующих.